Под Волгоградом семья отравилась химикатами от насекомых, умерла 4-летняя девочка. Трагедия случилась накануне, в селе Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области. Целая семья отравилась неизвестным веществом. 4-летняя девочка умерла. Ее бабушка, а также 5-летняя сестра и 14-летний брат попали в больницу с сильнейшим отравлением. Следователи завели уголовное дело. 53-летнего дядю, который рассыпал в доме химию от насекомых, подозревают в причинении смерти по неосторожности. В тот день, 3 апреля 2022 года, 4-летняя девочка вместе с сестрами осталась ночевать у бабушки. В том же доме жил и 53-летний дядя. По данным следствия, не подумав о последствиях, той ночью мужчина рассыпал по дому химическое вещество для травли насекомых. Оставил дядя отраву и под кроватями, в том числе под той, где легла спать малышка. Вскоре девочке стало очень плохо. Спустя несколько часов она скончалась. Спасти ее прибывшим на вызов врачам скорой не удалось. Бабушку и остальных детей забрали в больницу. Предварительной причиной смерти ребенка, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, стало отравление. Как рассказали в облздраве, 5-летний ребенок и бабушка сейчас в реанимации. За их жизни борются врачи. Состояние 14-летнего подростка опасений не вызывает, его врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе химико-токсикологическую.